Вика, да. Я тут. Вы здесь? Это прекрасно. Кое-что написал для тебя, Вика. Да? Подходи ближе. Не для вас написал, для нее. Давай присядем вместе. И вы расскажете? Да, я все расскажу. Не будем перебивать, да, заслуженного артиста? Не будем. Подаренного ветром крепышина танцевала в подворотне осень вальс бастон. Отлетал теплый день, и хрипло пел саксофон. Сам написал, честно. Можно я допишу? И со всей округи люди приходили к нам, и со всех окрестных крыш слетались птицы. Танцовщице золотой заклопав крыльями. Как давно звучала музыка, да. Честно снится мне сон, тот удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс-бастон. Там листья падают вниз, пластинки крутятся дись. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Как часто снится мне сон, тот удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс-бастон. Опьянев от наслаждения, когда забыл старый дом, давно влюбленный в свою юность, все стенами качаясь, окна отворив, и всем тем, кто в нем был, он это чудо дарил. А когда затихли Венникова! Илья Наймов!